Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Пассажиры. Действие разворачивается в будущем на космическом корабле, который перевозит колонистов на отдаленную планету. Из-за сбоя в системе главный герой выходит из гиперсна на 90 лет раньше до положенного срока. Телохранитель киллера. Он – телохранитель мирового уровня. Его новая работа – охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада, но работа есть работа. «Три метра над небом» 2004 года. Баби – 18-летняя студентка-отличница, прекрасная дочь, но прежде всего она – безнадежный романтик и ждет дня, когда в солнечных лучах появится ее рыцарь в сияющих доспехах. Степу 19, и он бродит по улицам с шайкой хулиганов. Он ушел из дома, и его считают юным агрессором. Когда они видят друг друга, то встречаются два разных мира, и их владельцы инстинктивно ненавидят друг друга. Однако проходит всего лишь год, и они безумно влюблены, и их история превращается в мечту. Но этому не суждено продлиться долго. Гордость и предубеждение. Англия, конец 18 века. Родители пятерых сестер Беннет озабочены тем, чтобы удачно выдать дочерей замуж, и поэтому размеренная жизнь солидного семейства переворачивается вверх дном, когда по соседству появляется молодой джентльмен, мистер Бингли. Само собой, среди друзей нового соседа оказывается немало утонченных аристократов, которые не прочь поухаживать за очаровательными сестрами. Однако, все не так просто. Своевольная Элизабет знакомится с другом Бингли, красивым и высокомерным мистером Дарси, и между ними разгорается нешуточное противостояние, результатом которого может стать как любовь, так и ненависть. Принцесса Мононоке. Алиса в стране чудес 2010 года. Жизнь 19-летней Алисы Кингсли принимает неожиданный оборот. На викторианской вечеринке, устроенной в ее честь, Алисе делает предложение Хэмиш, богатый, но глупый сын лорда и леди Эскот. Не дав ответа, девушка убегает и идет за кроликом, замеченным ею на лужайке. Кролик как кролик, вот только он одет в камзол и все время смотрит на карманные часы. Алиса гонится за белым кроликом через весь луг и видит, как он исчезает в кроличьей норе. «Мафия. Игра на выживание» 2015 года. Москва. Далекое будущее. Карточная игра «Мафия» стала самым популярным в мире телешоу. 11 человек соберутся за столом, чтобы выяснить, кто из них мирный житель, а кто безжалостная мафия. На глазах всего мира готовится коктейль из эмоций и чувств, хитрости, страха, лжи, ненависти, презрения, боли, гордости, страсти, любви и смерти. Ведь выигравший в схватке получит огромный денежный приз, а проигравший просто умрет. Вымирание 2015 года. После нескольких сотен тысяч лет эволюции и превосходства люди были почти стерты с лица Земли. В течение всего лишь нескольких дней инфекция превратила их в диких существ без интеллекта. Они стали злыми и безжалостными. Через 9 лет после этого мы находим небольшой городок Хармони, покрытый многолетними снегами. Двое мужчин, давние друзья Патрик и Джек и дочь Джека Лу, единственные оставшиеся в живых. Тем не менее, они не общаются или даже не признают друг друга. Что-то ужасное произошло между ними, и глубокая неумолимая ненависть прекратила их дружбу давным-давно. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!